Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на моем канале о вязании, который называется «Вязаное хобби», и меня зовут Ольга. Я сегодня к вам подключилась с той целью, просто удержаться не могу. Хочется вам показать свою мякушечку вот эту, которую я начала вязать. Ну, мне ведь мало процессов, да, и хочется еще. Ну, не в этом дело, а в том, что вот, понимаете, села и оторваться не могу. Вот, ну, не могу, понимаете. За 2 дня я столько провязала. Вот, я понимаю, что ниточка толстенькая. Вот, я в прошлом видео говорила, что я буду вязать себе худи из пряжи. Вот из такой пряжи. Ализе Софти Плюс. Она толстенькая достаточно, так как плюс, да? В 100 граммах 120 метров здесь. Ну и это 100% микрополиэстер. Так. По цветам, друзья, номера цветов я пока вам не скажу, потому что все моточки у меня убраны, и я не вижу смысла их туда-сюда тягать. Я когда уже буду делать обзор об изделии, тогда я вам все, конечно же, расскажу и по петелькам, сколько чего и где набирала, сколько откладывала. В этот раз я решила все записать, составила даже схемы и все вам расскажу. Сделаю обзор подробный. Это, ну, я не знаю, друзья мои, худи это будет или не худи, но суть в том, что это будет джемпер с капюшоном, ну так скажем, что ли, я не знаю. Вот я начала вязать с бросовой нити. Это я крючочком провязала воздушные петельки, цепочку из воздушных петелек. И из нее я набрала петли. На реглан я откладывала по 3 петельки. Вот эти прибавки делала накидами. Ну, а в другом ряду провязывала их скрещенными. Ну, вот видно тут так. Вяжу я спицами 4,5. Вот. Спицы 4,5. Я добралась до 4-го цвета. В прошлом видео я говорила, ну, показывала пряжу, которая у меня была припасена вот на этот, давайте я буду называть джемпер, так скажем, да? Вот. Показывала пряжу, и в том видео я говорила номера цветов. Вот. И я не знала, как распределить мне эти цвета, в какой последовательности, в каком порядке, что будет сверху, что будет в серединке, что будет снизу. И просила вас, друзья мои, чтобы вы мне написали в комментариях, потому что, может, у кого-то дело лучше обстоит со вкусом, чем у меня, да? Ну, мне там написали 2-3 человека, и настолько разнятся эти, ну, мнения, да, вот так скажем. И я так и не пришла все-таки к единому мнению, и решила так, что розовый цвет я исключу из своего проекта. Ну, буду вот вязать вот молочным. Вот он у меня здесь молочный. Этот бирюзовый, не бирюзовый, мятный. Мятный. Немножко неверно он передается. А вот этот цвет, друзья мои, это, наверное, капучино, да? Даже не знаю, как вам сказать, какой оттенок. Ну, вы видите сами, он верно передается. И вот этот посветлей, вот он, этот моточек я начала. Буквально тут я не знаю, сколько у меня провязано, может быть, 5 рядочков. Вот, только начала его. И вот таким цветом я уже довяжу до конца. Вот я сама себе удивляюсь, как так можно взять и отложить все процессы, при том, что у меня есть заказ, который нужно доделать. Там не осталось довязать, друзья мои. Всего 6 рядочков. 6 рядочков по спинке. Потому что с разрезами изделия. И 6 рядочков мне там осталось.
и потом заправить кончики, соответственно, провести ВТО и отдать хозяйке, да. Но я, наверное, очень подвержена своему настроению. Ну, вот так случилось, что я все отложила, поддалась своему настроению и взялась с большой радостью, с большим таким вдохновением. Ну, я считаю, что это полезно нам, да? Потому что без этого, ну как без этого, я не знаю. Настроение себе губить, да? Ну, вот. Так, что дальше, друзья мои? Ну вот, это получается, ну, где-то половину я провязала. Будет этот джемпер у меня достаточно длинный. Я еще не придумала, какая обработка у меня внизу будет. И есть у меня кое-какие мыслишки насчет рукавов, насчет низа и обработки самой горловинки. Не капюшона, а горловинки. Я вот над этим сейчас размышляю, что, ну, как у меня есть кое-какая идея. Сейчас я не буду говорить об этом, потому что вдруг она мне, эта идея, не понравится вот прямо в ближайшем будущем. И вдруг я передумаю, да, и сделаю по-другому. Вот. Но если я ее оставлю, эту идею, воспользуюсь ей, то тогда, конечно же, я вам все-все расскажу. А сейчас я хочу вам, друзья мои, вот... Ну, вот такой человек, я ничего не поделаешь. Я приобрела вот пряжу вот такую. Так. Это новинка у Ализе. Видела я, ну, многие девочки обзоры уже сняли насчет вот этой вот пряжи Ализе Wool Time. Она считается носочной пряжей. Но, наверное, она считается носочной пряжей только потому, что здесь носочный состав. Вот. Видно вам, да? 75% супервош шерсть и 25% полиамида. Машинная стирка здесь сказано. Так, цвет, друзья мои. Давайте я вам скажу сразу цвет. 11012. Да, верно. 11012. Очень красивый цвет. Немножко он передается неверно. Как обычно, почему-то моя камера не хочет передавать цвет. На самом деле он такой поярче, поинтереснее, покрасивше. Ну вот я почему-то не вижу, друзья мои, где написано, что это носочная пряжа. Где написано сокс. Я не вижу этого. Я смотрела... Ну, на многих сайтах, что из этой пряжи вяжут очень много джемперов, жилетов, всяких там тоже кофт, кардиганов с капюшонами и без. И шапочки никто не отменял. Кстати, я думаю, что вот если связать шапку из этой пряжи, она будет очень теплая. И она не колючая, она очень мягкая, очень мягкая, воздушная такая, упругая. Мне эта нитка очень понравилась. Кстати, здесь рекомендуют спицы 4-5. Если я не ошибаюсь, сейчас секундочку. Надо поточнее сказать. Так, да, верно, 4-5. И крючок 3,5-4. Но я решила, что мне носки нужны плотненькие. И я взяла спицы 3-3. Так. А я вам не сказала, сколько метров, да, в 100 граммах. В 100 граммах 200 метров. Ну, и все. Так, ниточка толстенькая, мягкая, воздушная. Ну, вязать одно удовольствие, просто удовольствие. Ну, я, естественно, я же не удержалась, да, ну, мне же нужно. Господи, боже мой, я это не буду с собой, да, вот так скажем, что нужно срочно раз... Новинка у меня появилась, значит, мне нужно повязать. Вот я начала вязать носок. Носок у меня здесь 56 петель. И думаю я, что вроде как широковато будет. Наверное, надо было 52 петли. Мне бы хватило 52 петли. Ну, ладно.
И, кстати, когда я смотрела обзоры у девочек, они говорят, что одного моточка хватает, даже остается несколько грамм, на два носка-то точно хватит. Ну, по крайней мере, на 38-39 размер. А как вот в описании я читала на одном из сайтов, там было сказано, что хватает двух, то есть одного мотка на 45-й размер связать пару. Ну вот, не знаю, что-то мне как-то не верится, что на 45-й, но на свой-то размер я точно, наверное, свяжу из одного моточка. У меня 38-й размер, вот, ну, не знаю, я думаю, что хватит. Секции, кстати, вот мне было очень интересно, как они укладываться будут, да, в полотне. И вот я провязала, это получается все один сектор, да, вот так, скажем, это вот, если вот эти вот убрать ниточки, вставить вот зеленую, и вот это вот все один сектор, ну, одна секция, да, вот то, что я провязала, это вот все вот это вот. Вот, друзья мои. Так, немножко неправильно я вам показала эти пупырки, не пупырки, вернее, а крапушки. Берем, а здесь подхватим, да, вот. Ну, вот так вот, поняли вы меня, да? Вот, нитка очень приятная. И я себе на Озоне уже отложила в корзину, пока там цена очень хорошая, друзья мои. Ну, конечно, если брать один моток или два мотка, да, дорого. Но 5 мотков упаковку берешь, там достаточно, и при том, при всем, что бесплатная доставка, 1100 с чем-то, уже точно сказать не, 1169, что ли, вот так вот. По-моему, и я считаю, что это недорого. Вот эти моточки я покупала по 250 рублей в офлайн-магазине. Так что вот, если на плечевое изделие, также есть и однотонная такая пряжа, можно и на плечевое изделие купить, да, на тот же джемпер, допустим, мужу. Там есть серые, темно-синие цвета. Я считаю, что это вообще супер. Нитка очень понравилась, очень-очень. И цена хорошая. Вот. Ну, и все, сегодня я буду заканчивать. Ничего другого я вам показывать не буду, так как у меня есть продвижения, но они незначительные. И я думаю, что уже, наверное, в следующем видео я вам покажу все свои процессы, все свои продвижения. И покажу вам еще один процесс. Вы знаете, это вообще тоже цирк целый. Я не знаю, по какой причине я отложила. Ну, бывает у меня такое. Ну, наверное, у многих такое бывает. Не у всех, конечно, но бывает. И отложила и совершенно забыла про него. Я вязала наволочку на подушку. И я забыла. У меня там связана одна часть, одна половинка, вторая не связана. Но я думаю, что я вам в следующем видео покажу и примусь за вторую половинку. Вот. Ну и сейчас точно все. Пожелаю вам, мои друзья, мирного неба над головой, крепкого вам здоровья, побольше улыбаться, хорошего вам настроения. Кто вяжет сейчас ровных вам петелек, легких петелек, идей побольше, творческих начинаний. Не бойтесь начинать, все, конечно же, довяжется, все, конечно же, у вас сложится. Ну, и всем пока, с вами была Ольга на вязаном хобби. До новых встреч в новых моих видео.